И вот ему там тренер говорит, что вот есть такие там соревнования величайшие, да, которые проходят раз в 4 года. И, ну, это Олимпийские игры. И он, ну, там, всю свою карьеру, там, ну, неважно, там, есть у него какие-то шансы туда поехать или нет, он всегда думает об этом и, ну, мотивирует себя этим, что поехать на Олимпийские игры. И что представлять, ну, свою страну. То есть это же, ну, по крайней мере, для спортсмена это очень много знает, ну, значит. Когда там твой гимн, твой флаг, ну, страны, я думаю, что это, наверное, ну, основная часть, ну, соревнований. Просто мы, когда все это началось, скажем, вся эта заварушка, мы уже были готовы к этому. И какой-то там сенсации для нас не было. Ну, пропустим и пропустим. Вернемся на следующее. Мы же русский народ, мы же не сдаемся. Уже я себя чувствовать не стал. Стимула тренироваться или там еще что-то я не потерял. То есть я также все, ну, тренируюсь усердно. И, ну, и мы всегда готовы выступать и на международных стартах, и показывать конкуренцию, и все.